Добрый день! Добро пожаловать на площадку «Овощной город». Сегодня речь пойдет о капусте. Прошло 7 дней после последней обработки капусты против капустной моли. Мы обработали капусту двухкомпонентным инсектицидом «Амплига». Давайте поближе посмотрим, как же сработал препарат. В целом капуста радует глаз. Растения хорошо развиваются, серьезных повреждений не видно. И давайте посмотрим поближе. Вот на данном растении мы видим, что на листьях имеются большие количества бошек, которые погибли от препарата Амплига. Но есть небольшие повреждения. Незначительно абсолютно от этих бошек, которые они успели нанести до обработки. Повреждения же от капустной моли на данном растении, как и на большинстве растений на данном участке, не наблюдается. Есть растения, на которых видны повреждения, но, видимо, встретив на своем пути амплига, гусеницы капустной моли резко передумали и вглубь кочана они уже не добрались. И для сравнения контрольный вариант. Посмотрим поближе. Видны отверстия, проделанные капустной молью. Кроме этого, имеются значительные повреждения от крестоцветных бошек. А вот и сама виновница данных повреждений, которая сидит в кочане и активно питается. Есть растения, которые довольно сильно повреждены. Тут вредит как и капустная моль, так и крестоцветные бошки. Итак, на 7-й день после обработки эффективность препарата Амплига составляет 87,5%. Данная эффективность позволяет нам избежать серьезных повреждений от капустной моли. Надеюсь, на ваших полях вы никогда не встретите капустной моли. Но все же, если это случится, вы знаете, что делать. Удачи вам на ваших полях и до новых встреч!